Здравствуйте, дорогие оренбуржцы! В эфире программа «Вместе». Вот уже на протяжении нескольких лет мы в преддверии главного весеннего праздника, дня 8 марта, рассказываем вам о женщинах, которые внесли весомый вклад в развитие культуры Оренбуржья. И мы продолжаем эту славную традицию. Сейчас вас ждет встреча с примадонной театра музыкальной комедии Натальей Чепеньковой. Перед вами кадры пятилетней давности. Театр музыкальной комедии отмечает 75-летие. Традиционные награды, в том числе от Александра Ивановича Зеленцова. Я еще не знал, кто меня будет представлять, Радченко или Чепенкова, не знал. Но думаю, если Наташа, то весь букет я ей вручу. Если Денис, то всем другим женщинам раздам, а ей ничего не дам. Ну так получилось, Денис начал, Наталья закончила, и уже вот стою сейчас и думаю, что же делать. Пять лет пролетели как один день. И сегодня примадонна Оренбургского театра Наталья Чепенкова расскажет нам о своей актерской судьбе. А началось все в Саратове, куда юная Наташа решила поступать сразу после школы, да не куда-нибудь, а в знаменитую консерваторию. Мой дедушка, у него мечта была поступить в консерваторию. У него был сногсшибательный голос, тенор, и причем очень такой мощный. Он когда пел, стекла в доме дрожали, вот подрагивали. Это серьезно. У меня, к сожалению, не такой мощный голос. Вот. А если уже говорить прямо, всегда хотела поступить, но получилось случайно. А вы что, вы певица? Да, не, я хочу, только лишь. Хотеть значит мочь. Вот видите, пошли. Пожалуйста, прошу вас. На экзамене спеть первую вещь, и когда мне сказали, ну хорошо, пойте вторую. И вот что-то мне вот, ну не понравилось мне что-то, я не знаю даже, что произошло. Я вдруг встала и сказала, верните, пожалуйста, документы, я не буду петь. Ну это, наверное, что-то на подсознание было. Не знаю, меня долго уговаривали они, но я забрала все равно свои документы и пошла в фармучилище. А вы думали, раз-два и в дамках? Нет, выучилась на фармацевта и еще 4 года отработала в аптеке, но... А тут на сцену выхожу я, и я вся в огне моего чего, сердце мне быть, а вот в общем, поступила-таки в консерваторию, отучилась, а тут как раз в Саратов приехал музыкальный руководитель Оренбургской мускомедии Виталий Николаевич Брук и пригласил в наш театр. Ну, в общем, я так понимаю, все, что не делается, все к лучшему. Я по жизни так рассуждаю. Да. Почти 20 лет скоро, как Наталья Юрьевна Чепенкова является солисткой, теперь уже ведущей солисткой нашего театра. Все-таки хотела ведь в оперу. Оперетта немножечко не то. Ну да, я и планировала, в принципе, так же, что я 2 года поработаю. Mm-hmm. Мне педагог как сказала? 2 года в оперете, никакая опера тебе уже страшна не будет. Ну, действительно, это было для нее очень трудно. В опере, ну, голос нужен, конечно, изумительный, все это нужно, но там простая мизансцена. Вот сейчас ты повернись к партнеру, сейчас 2 шага вперед и пой. А здесь ей предстояло учиться заново, потому что надо учиться по опереточному ходить, петь, говорить, подавать реплики. И все она сделала очень быстро. И танцевать, да, обязательно танцевать.
Поскольку я не была к этому готова, как бы так особо, режиссер тогда еще Леонид Эммануилович Халифман был, замечательный человек, он сразу понял, что сильно меня трогать особо не надо, чтобы и не зажать, чтобы на дальше актриса развивалась, и в то же время, чтобы что-то потом с меня вытащить. И он поначалу мне просто обозначил сетку хождения. Вот туда-туда. И только потом я мозгами уже как бы своими доходила, что там от меня требуется, то все, пятое, десятое. Я ему очень благодарна за то, что он дал мне время освоиться. Давайте вернемся все-таки к классической оперете, поскольку у меня есть что сейчас показать нашим телезрителям. Я имею в виду спектакль «Марица» в постановке Ильи Семеновича Можайского. Причем у нас есть премьерная запись, премьера, 2006 год. Вы, наверное, сами забыли, как это было. Это было великолепно. Давайте посмотрим. От этого спектакля. Почему? Потому что я когда посмотрела ноты, я пришла к Виталию Николаевичу и говорю: «Виталий Николаевич, я вас очень прошу, освободите меня от этого спектакля». Спектакль был тесситурно написан очень высоко. Я почему-то подумала, что он написан для более высокого голоса. У меня так мудрый Виталий Николаевич мне сказал так: ты выучи, мы споем, если не пойдет, я тебя освобожу. Ой, молодец. Да, он гениальный вообще в этом отношении человек. Это мы выучили, мы встали как перед оркестром, мы все спели. Он мне говорит: я говорю, вопросов нет. Он: у меня тоже вопросов нет. И все. Давайте сейчас от классики перейдем к современным музыкальным спектаклям. Не к советской классике, а именно к современным. И именно к тому, что вы успели сыграть у нас. В данном случае это совсем недавние спектакли. Немножечко другая структура, немножечко другая поведенческая мотивация у вас там. Расскажите, как вам работалось в этом материале? А начнем мы с постановки 2007 года веселой комедии «Труффальдино». Коль ваше сердце занято другим, то и мое, поверьте, не свободно. А если вы хотите обещание молчать, то я вам сообщу такое, что вас совсем, поверьте, успокоит. Клянусь, что свято тайну сохраню я. Так знайте же, что я не Федерико. «Труффальдино» я очень любила. Да, весело. Он какой-то такой, он заводной спектакль, он изнутри какой-то заводной. У нас все его ужасно любили и работали всегда с удовольствием. Это при том, что спектакль практически работался в одном составе. С Наташей работать всегда очень легко. Когда она только пришла к нам героиней, хотя она и героиней, были моменты, когда она работала разноплановые роли. Конечно, субреток она не работала, но все равно. Работать с ней всегда очень легко, потому что она очень в плане актерском очень живой, очень отзывчивый, да, такой человек, я имею в виду на площадке. И поэтому переход ее, он, собственно говоря, тут что ни говори, время-то все равно идет. Но он был не таким уж резким, он был, в общем-то, можно сказать, даже незаметным. А вот в спектакле «Все начинается с любви» ситуация еще круче.
Этот спектакль мне сложно было играть, потому что там надо было играть женщину на 10 лет старше себя. Да, у которой сын, у которой взрослый, да, сын. Ровесник актрисы почти. Вот. Да это, вы понимаете, это очень сложно. Я никак не могла, мне повезло, потому что со мной на роли была Русанова Валентина, mm-hmm. заслуженная артистка. Она, конечно, актриса, это mm-hmm. что-то. И вот что-то я там у нее высмотрела, что-то прикинула на себя, что-то пришлось самой. Комедийные роли. Оказывается, Чепенкова у нас великолепная комедийная актриса. А мы-то и не знали. Мы сейчас смотрим фрагмент спектакля «Инкогнито из Петербурга», где она такое творит, просто беда. Я как-то там особо и не напрягалась, если честно. Это он тоже шел очень легко, вы знаете. Мне кажется, я там особо и не работаю. И я на 99,9% я был уверен, что эти люди, в том числе и Наташа, это именно их роль. Это попадание, если не 100%, то, потому что да, сейчас на 100% в общем-то, у нас ни в чем нельзя быть уверенным, но 99,9% это точно ее роль. И этот спектакль, когда он ставился, действительно был разговор, то, что я просил актеров поверить мне. «Инкогнито из Петербурга» по жанру водевиль. Но это еще одна ступенька на репертуарной лесенке Натальи Чепенковой. А вот далее принципиально новая ступень – мюзиклы Кима Брейдбурга. Как Наталья Юрьевна Чепенкова перешла границу оперетта с музыкальной комедией мюзикл? Тяжело ли это было? Тяжело это было только психологически, потому что это... Это немножко другие постановки, они предусматривают абсолютную точность. Mm-hmm. Это постановки по голливудским стандартам, mm-hmm. когда один спектакль накатывается, и mm-hmm. он прогоняется в одном режиме mm-hmm. все время, вплоть до шага, mm-hmm. до слова. Вот когда это дошло, mm-hmm. вот, то есть интонации надо соблюсти, mm-hmm. надо соблюсти схему движения, то есть все. Стало легко. Я принципиально не стала останавливаться на главном событийном мюзикле «Голубая камея». Он очень хорошо известен. А вот про «Снежную королеву» стоит поговорить отдельно. Очаровательная музыкальная сказка произвела на зрителей разных возрастов очень хорошее впечатление. Ах, какие пирожки!
в любом мюзикле, который у нас сейчас идет на нашей сцене, как вы видите, для Наташи всегда находится место. Но у Натальи Юрьевны там главная отрицательная роль. Живое существо-то она, гадина. Да, ну у нас она немножечко другая. Дело в том, что вся наша «Снежная королева», она как бы является пародией на шоу-бизнес. Ну, вот так, если приглядеться, там это видно. Ну, там вообще приколчик вот. Такие, да? Да, там много подтекстов, поэтому она у меня нежит только наполовину. А что касается самой, вот именно там вот было сложно. Потому что там пришлось из себя сделать вот именно вот эту злющую, даже не злющую, очень должен быть твердый характер, соответственно, и речь такая же, она должна быть низкой. Это жильдышка. Это, ну, не человек же она. Нет, она там у нас не совсем не человек. Да? Да. О, я даже, у нас есть прототип, с которого мы старались, так сказать, снять, но я вам его не скажу. Ну ладно, ладно. Снежная королева уводит Кая на север, а мы с вами приближаемся к финалу нашей передачи. Впрочем, есть спектакль, который в настоящий момент является главным и по значимости темы, и по яркости воплощения. Я имею в виду спектакль-концерт «За жизнь». Песни эти забывать никак нельзя. Это все должны помнить. И вот сейчас у нас школы приводили. Я считаю, что это очень правильно, потому что как бы они сначала не сидели там со своими телефонами, они потом все, они потом в концерте. Там энергетика мощнейшая. Да. Там не посидишь, не понажимаешь кнопочек. В общем, у нас с Натальей Юрьевной как-то сначала не сразу это все получалось, не сразу. Хотя по-партнерски мы сразу, Вавилов, он буквально, по-моему, один раз только с нами прошел, сказал, все, все, все хорошо, все. Потом только менялись какие-то мизансценические дела. А нет, почувствовать мы сразу друг друга почувствовали. Мы все-таки, наверное, вот сказывается то, что мы очень долгое время работаем вместе.
патриотический действительно спектакль. Да, он настоящий. Не псевдопатриотический, коих много сейчас. Их ляпают, кто во что горазд. А по-настоящему я проверяю до конца, потому что, да, вот действительно, там слеза прошибает чуть ли не на каждой второй песне. Вроде бы, господи, знаешь наизусть, знаю наизусть все абсолютно, но тем не менее. Там еще интересная хореография. Да. Хореография, то есть нестандартная, не вот эта вот опереточная, а вот эта вот современная, упругая, мощная такая вот, приближенная к молодежи, что очень приятно, что заводит зал. Не за горами юбилейная дата – 20 лет на сцене Оренбургской мускомедии. Но это впереди. А пока… С чего начался разговор? Что Бог не делает, все к лучшему. В планах у нас есть какие-то вот впереди спектакли. Но мы пока не знаем, кто из нас будет там участвовать. Назначения не было. Да, назначения нет. Назначения мы узнаем уже после того, как приезжает команда. Вот. А кто там, как будет? Но я считаю так. До сих пор вот все, что со мной произошло в этом театре, это было только на плюс, на благо, и на благо моего развития, и как бы я думать стала по-другому. Стараемся от молодежи не отставать, поэтому, когда даже нам предложили в концерте «За жизнь» танцевать в современных ритмах, и режиссер подошел, Вавилов, говорит, а вы сможете, а вы как вообще к этому? Мы сказали, с удовольствием. Нет, Наташа никогда не боится, и, мне кажется, это не в ее характере. Оперета как жанр, музыкальная комедия как его продолжение и мюзикл как уже следующий этап, они мне очень близки, поэтому я искренне рада за ваш театр и за вас в первую очередь. Спасибо. А мы тоже рады. Уже не хочется вот этой рутины, знаете, уже хочется чего-то такого живого, хорошего. Ну, будем надеяться, что так оно и будет. Мы за. От имени, хотя меня никто не уполномочивал, но от имени и по поручению всех любителей искусства и культуры у нас в Оренбурге, да всех людей, которым не все равно, будет ли справедливость по отношению к такому человеку, как Наталья Чепенкова. Приезжие люди, которые приезжают из Москвы, они видят в ней какой-то потенциал. Не из-за того, что она прима театра, да? Не из-за того, что... Из-за чего-то еще. А из-за того, что они видят в этом человеке, как говорится, Божья искра. Наташ, ты уже давно народная. Наша программа завершена. С праздником вас, милые женщины. Всего вам самого наилучшего.